О, кстати, смотрите, смотрите, идите сюда. Папа, папа, Женечка, Женечка, смотри. Бабушка какая-то не может перейти дорогу. Можете ей помочь как-то? Может ей помочь? Правильно. Вперед! Не очень хорошо помог, но да ладно. Все мы любим играть на серверах, все мы любим мини-игры, и также все мы любим survival games. Поэтому, ребята, заходите, подписывайтесь на канал Алекс Гейма. Здесь можно найти прям большущую кучу вот этих survival games. Будет действительно интересно. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафте. Сегодня вместе с Жейкой и Игорем мы продолжим играть то твой папочка в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята. Ребята, как обычно, избавим ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами сможем набрать на всех наших видео, тем больше серий «Кто твой папочка» мы продолжим записывать для вас. И, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, ссылки все есть в описании. И также не забывайте писать свои положительные комментарии, в комментариях писать следующие идеи для следующих серий по «Кто твой папочка». И давайте наберем 5000 лайков для того, чтобы ссылочку на эту карту мы оставили в описании, и вы сами смогли поиграть со своими друзьями. Приятного вам просмотра. Папочка Эдичка, папа Эдичка, Эдичка, у меня есть 3 билета в зоопарк на научные всякие эксперименты. Что? Не, ну в принципе я свободен, меня по телевизору ничего нового не показывают. Эдичка, Эдичка, а ты? Ага, чё? Я занят немного, отстаньте. Да я со своими вот этими вот изобретениями, давай прогуляемся. Ладно, ладно, давайте, минутка у меня есть. Билет, билет, держите, держите. Всё, побежали? Давай. Пойдемте, пойдемте, пойдемте в зоопарк. Ты знаешь, где он находится? А, вот он там вроде находится. О, это паутина. Непонятно, что это произошло. Это паутина. Давайте, давайте, у меня вообще мало времени. А, да, вперед, вперед. Давай, Эдичка, нам давай. Вам понравится, давайте. Там, наверное, круто. Меня ждут изобретения, давайте быстро. Так. О, смотрите, летучая мышь. Летучая мышца. Мышца. Смотрите, мышца. Смотрите, маленький мышца. Голем какой-то. Вау. Вообще мутанты какие-то, все наоборот. Прикольно, а это какая-то ложка какая-то непонятная, без ноги. Какая-то ледяная или что это? Ой, смотрите, он разговаривает, этот зомби. А ну, спроси что-то. Ну-ка, как тебя зовут? Ну, о, ответил. О, о, смотрите, какие-то паучки мелкие. Я не вижу, я не вижу, тут забор так плохо поставлен, Женечка, а ну. Я проверю, я проверю. Паучки, а, кусают. Выбегай, выбегай, Женя, выбегай, выбегай. Женя, давай быстро. Женя, все, все, все в порядке, Женя. Женечка, все в порядке. Да что, бля? Ты можешь сказать, все в порядке или нет? Папа, мне кажется, нужно отвезти ее домой, чтобы она отоспалась. Пошли, Женечка, пойдем, пошли. Пойдем, пошли. Поспишь, выпьешь аспиринку, пойдем. Женечка, пошли. Я плохо. Давай быстрее, давай, 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 шуруй. Женечка, давай, давай, уже. Плохо. У нее уже белая горячка какая-то, давай, папа. Давай, ложись, я ложись, ложись. Я еще пока ложиться не буду, я опять тут свои изобретения помудрю. Ну хорошо, я тогда тоже посплю. Ой, я проснулся. Эдичка, ты что, здесь спал всю ночь? Ну да, изобретения же ждут. Наука, наука, папа! Смотрите, что я умею, смотрите! Папа, что здесь стало? Мне страшно! Я стал человеком-пауком. А, прикольно, смотрите. Мяу, мяу, мяу! Ничего, ничего, папа, я же тоже тут не писюны пинаю. Смотри. Супергеройские способности, супергерой. Смотри, папа, смотри, что я изобрел. Не зря же я неделю уже не сплю. Смотри, папа, это для тебя. Прикольно. Это для меня. Офигеть! Смотрите, у меня башка торчит. Смотри, смотри. Ну, немного великоват, да, но все же. Видишь, папа, какой у тебя сыночек? Отличник! А я тоже мутанша! Отличник, папа! Если я нажму вот эту кнопку, что будет? Ага, я понял, что будет. Хорошо. Лучше не нажимать, папа. Я. Приключения. Какие приключения, Женечка? Какие приключения, Женечка? Женечка, остановись. Мы же сейчас герои, мы должны спасать. Я самый старший, я главный, поэтому я вам рассказываю. Мы должны спасать мир и помогать нуждающимся. Женечка, ну успокойся, мы же добрые супергерои, не злые. Да. Мы же добрые, Женечка. О, кстати, смотрите, смотрите, идите сюда. Папа, папа, Женечка, Женечка, смотри. Бабушка какая-то не может перейти дорогу. Можете ей помочь как-то? Можете ей помочь? Правильно. Вперед!
Не очень хорошо помог, но да ладно. Смотрите, давайте. Смотрите, там какие-то мертвые дети лежат. Где? Смотри, папа, какой-то злодей. Это Локи, убийца детей. Ну мы же герои, мы же должны расправиться с ним. Вперед! Вперед! Вот команда, банда! Молите, молите его! Ай, сделал паутину! Молите, где он? Давайте, 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 он плохой. А где он? Я его вообще не вижу. Вот он, вот он. Ты чё, убили? Вот это мы жесткие, знаете почему? Потому что мы команда, нас трое. Вообще, самые лучшие супергерои. Да, мне кажется, нам нужно найти таких же друзей, как и мы. Я думаю, мы не одни такие, правильно? И создать команду. Давайте поехали. Ребята, слушайте, у меня есть идея. Давайте залезем на эту башню, и может быть оттуда мы увидим каких-нибудь таких же мутантов. Давай, давайте, насчет три, кто быстрее. Раз, два. А, ну прикольно вы придумали. Вы-то летать умеете, я три. Давай, Женечка, догоняй, догоняй. Не могу, это тяжело. Мы с папой первые. Ты какая-то медленная. Ну, последний тут лох. Женечка. Не получается. Я еще не умею контролировать свои силы. Ну, давай, Женечка. Женечка, давай, мы тебя ждем. Давай, давай. Я ползу, ползу, ползу. Я ползу. Стреляют. Давай, Женечка, мы тебе поможем. Давай, давай. Я тебя подтолкну. Я тебя подтолкну, давай. Давай, быстрее. Женечка, я... Счастливо упала. Смотри, я еще раз подтолкну. Давай, 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 давай. И немножечко еще. Ой! О, давай, цепляйся! Еще раз. Папа, давай потолкнем ее. У нас, мне кажется, костюмы лучше. Наука — это шаль. Да. Женечка, что ж ты такая рукожопая? Ну давайте. Давай, давай, цепляйся, цепляйся. Могу зацепиться. Развивай свои способности, давай, я тебе помогу. Так, Нет, нет. Давай, давай. Училась. Итак, давайте посмотрим, где есть еще супергерои. Мне кажется, в этом городе есть. Опять упал. Давайте на поиски зла или на поиски таких же, как и мы, супергерои. Может, да, мы сможем, может, мы сможем кого-то найти. Вперед! Паутина не пускается! Я человек! Паутина! Я что-то видел! Женечка, папа! Я подлетаю! Кто это? Это же супергерой из Мстителей! Это шайка Мстителей, йоу! А можно, можно к ним присоединиться? Пожалуйста. Молчите, знак согласия. Ха, мы супергерои, ура. А иди как... А все, то есть мы в вкусе? Да. Спасаем мир вместе. Ура, ура. Мы остались только если что втроем, как бы, да? Да, что-то пошло не так, Женечка и папочка. И в принципе, пофигу, мы сами тащим. Да, какие мстители, мы сами сейчас всех тащить будем. Да. Полетели, папа. Вперед, ура. Всем большое спасибо за просмотр. Если этот видос вам понравился, почему бы не поставить лайк и набрать 5000 лайков для того, чтобы ссылочку на эту карту мы оставили в описании. Да, ребята, как обычно, не забываем подписываться на все наши каналы. Ссылочки будут в описании. И, ребята, не забывайте писать ваши комментарии. Мы читаем абсолютно все комментарии, на самые интересные мы отвечаем. Также, ребята, не забудьте писать новые деды, теперь это папочка, да? Да, ребята, большое спасибо вам за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем пока. Всем пока. Это...